Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте. Помощник? Внук. Ну вот, я же говорил, все будет в порядке. Ну как сказать? Все еще впереди. Завком вам доверяет. И личный опыт у вас есть. Внук, как тебя зовут? Юра. Как ты считаешь, Юра, хорошим начальником будет твой дед? Он строгий. А Гури вожатый опытный. Ну, конечно. Еще вчера вот таким был, а теперь вон какой вымахал. Как раз хорошо. Его задор, ваша мудрость. А вот и пресса. Только побыстрее, у нас мало времени. Зачем ты его берешь, ма? Ну, в лесу погулял, травки выпоел. Сейчас над нашим лагерем взовьется красный флаг и начнется веселая, увлекательная жизнь. Мы желаем вам хорошо отдохнуть и окрепнуть. И пусть будет побольше солнца и поменьше дождей, и вода в озере пусть будет теплой. Ура! Да вон он, смотри! Ваши отцы и матери сделали все необходимое, чтобы ваш летний отдых был здоровым и интересным. Вас ждут походы, купания, костры, сбор ягод и грибов. Где селюжонок? Да, здравствует наш праздник! Ура! Кто нас вышел из строя? Была команда смирно. Вон на дереве сидит. Гурий Петрович, мегафон возьмите. Давайте. Я тебе покажу. Thank you.
Что ж, други мои, лагерь мы с вами открыли как будто бы по плану. С ЧП, с пожарными, я бы сказал, незабываемо. Да, будет что вспомнить. Лиха беда начала. Поэтому давайте работать так, чтобы не было лихо. А жизнь в лагере проходила бы нормально. Солнце, воздух, вода и никаких происшествий. Это ваше? Ой, спасибо. Ты что? За что? Сам знаешь, за что. Вот. Мальчишки, перестань вот сейчас. Еще. Ты же все будешь? Телефон отдай ему. Не я тебя. Я тебе покажу, как хлебом кидаться. Сейчас же прекратите. А что вы не поделили? Он первый полез, его дежурить назначили, а он... Я ж не в него кидал, а в Кольку. Ты начал. Позор нависла. Неужели ты не понимаешь? Ты подводишь весь отряд. Горе-то мое. Да ты же ранен. У тебя, может быть, столбняк или заражение крови. Да ничего не будет. Я подорожник приложу, и все пройдет. Подорожник, да? Это же не гигиенично. Это же грязь. Пойдем скорее к врачу. Вот положат тебя в изолятор, будешь знать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот привела раненого. Что у него? А у меня ничего. У него колено. Ой, подумаешь. Покажите. Прошу.
Жить будет. Владимир Викторович, мы к вам. С чем пожаловали? Да вот Сележонок драку затеял. Сележонок, дежурный, нарушает порядок? А он хлебом кидался. О! А хлеб – это народное добро. Внимание, дети! Сейчас Владимир Викторович расскажет там о своей боевой юности. Ну, это слишком громко сказано, ребята. Я просто вспомнил, как во время войны мы, партизаны, вот так же сидели вокруг костра, пекли картошку. Правда, костер тогда был поменьше. Пламя было невысокое, чтобы враг не видел его. Но комары были такие же злые, как сейчас. Я тогда был, ну вот, постарше, чем ты. И был приписан к разведке. А вы фашистов стреляли? Нет. Но зато в меня стреляли. И не раз. И вы в живых остались? В живых. Как видишь. Можешь потрогать. Вот, ребята, я хочу рассказать вам о хлебе. А вы же о войне обещали. Расскажите лучше о войне. О войне. О войне расскажите. А какая же война без хлеба? Хлеб на войне нужнее патронов. Почему? Почему? Потому что без хлеба нет жизни. Ни на войне, ни сегодня. Вот тогда было очень трудно с хлебом. Каждая крошка была на вес золота. Люди жили впроголодь, а все же делились с нами последним куском. И вот потому победили. Из-за хлеба? Да, из-за хлеба. Ведь хлеб, ребята, это не только еда. Хлеб это... Ну, а теперь время позднее, будем готовиться ко сну. Ой, еще что-нибудь расскажи! На сегодня хватит. А вот приедут шефы, мы их пригласим на костер, и они вам расскажут много интересных историй. А я знаю, они летают на самолетах. Да, ребята, это летчики прославленного авиационного полка. И летают они не на простых, а на сверхзвуковых самолетах, самых быстрых. Вы, наверное, знаете, что современный летчик должен не только знать технику. Он должен быть мужественным, волевым, закаленным человеком, способным выдержать многократные... Здравствуйте, Гурий Здравствуйте. Петрович. Здравствуйте. Ну-ка, девочки, идите погуляйте. Ирина Ивановна, у вас в отряде одни малыши. И уже два ЧП. Категорически предупреждаю. Не идите у них на поводу. У нас есть точный план мероприятий, где все продумано, все предусмотрено. День. Ночь. Небо ждет отважных. Ух ты! Повезло нам шефами, летчики. Ну и что? Как, ну и что? А вдруг они нам самолет привезут? Ну и дела. Самолет, может, еще ракета «Союз-25». Да замри ты! Знаешь, что нам шеф из таксопарка подарил? Такси, вот что! Заливаешь. Может, вы еще на этом такси в школу ездили?
Чудак, ты иди посмотри, до сих пор стоит в автоклассе как экспонат. Молодцы, пятый отряд. Шефы приедут, а возле вашего дома порядок, а? Стараемся. У вас готово? Тише. Можем? Вот теперь давайте. Дорогие ребята, сегодня мы продолжим цикл бесед «Занимательная медицина». Тема сегодняшней беседы – солнце полезное и вредное. Многие считают, что солнце – это всегда хорошо. Но это не совсем так, ребята. Солнце – это не только свет и тепло. Оно может обернуться и бедой. Например, в особенно жаркие годы в Африке от жары и голода погибает много животных. Даже слоны. Не говоря уже о более мелких животных. Солнце иногда сильно досаждает всему живому на Земле. И тогда уже не солнечные ванны нужны людям и животным, а тень и вода. Воды. А вы, ребята, мы не забывайте спасем. В такие жаркие дни одевать на головы белые панамочки, отражающие солнечные лучи. А теперь, ребята, послушайте известную джазовую пьесу «Караван». Вы почувствуете дыхание пустыни, ритм караванного пути. Представьте, каково приходится кораблю пустыни верблюду. Вон она, видишь? Где? Да вон же. Ага, вижу. Ну как? Здорово, особенно про верблюда. Вы представьте, каково приходится кораблю пустыни верблюду. Что случилось? Пожар, что ли? Лягушки! Лягушкам жарко! Какие лягушки? Наши! Из какого отряда? Из пятого. Немедленно убрать этот мусор. Поливай. Ах, вот вы где. Это что такое, бензин? Бензин это? А ну-ка, дай спички. Какие спички? Обыкновенные. Что ты еще затеял? Лягушатник. Какой лягушатник? Что ты меришь? В Африке в жару. Сережонок! Мы тебя здесь подождем! Возвращайся скорей! Ох, попадет же нам! Нам-то что? А вот Сережонку? Нам тоже. Ребята, смотрите! Все еще лягушек спасает.
А вы знаете, ведь в Африке в жару погибают слоны, не говоря о более мелких животных. Ну а жабы тоже хорошие животные. Они природу берегут. А вы знаете, тут лягушки живут. Лягушки в медпункте? Да. После дезинфекции? Да. Что-то долго не идет. Надо было нам пойти вместе с Сережонком. Да перестань ты эту шишку мусолить. Надоело уже. Смотри, ребята, идет. Ну как? Нормально. Ну как, здорово попало? Кому мне ничего мне не попало. Вот так дела. А мы уже хотели тебя идти выручать. А что меня выручать? Меня выручать не надо. Да вы на них не обижайтесь, у них такая работа. А у кого у них? Да, у взрослых. Они нас ругают, чтобы мы не расхулиганились. Это называется воспитание. А зато я знаю, что такое красная книга. А что это такое? А это куда записывают вымирающих животных. А лягушек уже тоже записали? Нет, а могут. Так вам бы я сказал! Вот так в Индии йоги могут стоять целый день и думать, чудаки. Это очень полезно, хотите, я научу. Я плаваю, смотрите, я плаваю. Ой, не дают сосредоточиться. Эй, Юрка, как ты плаваешь, как я тебя учил? Смотри, показываю. Надо набрать рот воздуха. Вот, идет. А ты как плаваешь, понял? Вылезай на берег и без меня буду не лезть. Жалко на обед. После обеда продолжим, только сам не лезь. Ай, ну тебя. Раз, два. Три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Спор шагает дружно в ряд. Это наш морской отряд. Сильные, смелые. Ловкие, умелые. Дождитесь, Сележонок, ты куда это идешь? На пляж или в столовую, а? Забыл рубашку на пляж. Ну-ка, беги быстро. Говорил, без меня в воду не лезь. А ты вот взял и полез, и чуть не утонул. А я плавать учился. Учился. Одевайся-ка и топай к деду. Только смотри, никому ни слова, а то обоим попадет. Ну что мне с тобой делать? Ты что, купался, что ли? Нет. Ну а что? Почему голова мокрая? Сережонок, ну что с тобой мне делать? Ничего. А йоги могут спать на чем угодно. Да тише ты. Здрасте. Здрасте. Можно попросить вас рукавицы? Рукавицы можно. А для чего? Ну, для дела. А для хорошего дела? Ну, в общем, для хорошего. Ну, для хорошего-то можно. Получай. Спасибо. Пожалуйста. Для хорошего дела ничего не жалко. Пошли. Наш пятый отряд делаем самым заголенным. Добровольцы, вперед!
поняла, почему не спите. Муравьи кусаются. Да тут какой-то целый муравейник завелся, честное слово. Ой, ну где муравьи ваши? Покажи мне, где муравьи? Где они? Не знаю, куда-то убежали. Кусаются, кусаются, кусаются! Кусаются. Посмотрим, что это у тебя за муравьи. Это что такое? Крапива. Откуда? Кто-то положил. И у тебя? Ура, и у меня! Смотри, а тутка терпит. И у тебя? Ну, сейчас начнем. Так. Встань! Твоя работа. Ну, мы же просто закалялись. Пойдемте, Ирина Ивановна. Сядь, Сулежанка. Разговор будет долгий. А ведь в Индии и йоги даже на гвоздях спят. А как крапива для радикулита полезно. Ведь вы тоже закалялись, когда были в разведке. Так кто был в разведке? А ты сорвал тихий час. Нехорошо получается. Ух ты! Понимаешь, я не за себя боюсь. Но невозможно предугадать, что ему завтра придет в голову. Категорически не принимаю паникеров. Дождемся мы беды. Дождемся. Только у нее нос был очень длинный. Она говорит: девочка, купи вот эту комнатку или вот эту куколку. Она говорит: ну ведь у меня же нет денег. Она говорит: а денег не надо. Ты смотри, она вот так глаза прищурила и говорит: а денег не надо. Только отдай свою голубую бусинку. Бусинку вам бы только в куклу играть. Ну и не мешай, раз не понимаешь. Дай ему! Ребята, смотрите, самолет! Ребята, смотрите! Ух ты, языковой! МиГ-20 последний набирает скорость! Перегрузки там, ух ты, пятикратные! А как же пассажиры? Чемоданы, куры, утки. Это ведь военный самолет, а не местный кукурузник. Думать надо. Там военный летчик сидит, его специально готовят. Ты что там был? Был, не был, сам знаю, на себе испытал. Ну что ты испытал? Двойную перегрузку, вот что! Ха-ха, двойную. Может, еще и десятикратную, когда с окна падал. Ах так! А ну пошли! Сейчас мы тебя испытаем на центрифуге! Девочки, пойдемте посмотрим. Пойдемте. Ну что, начнем? Начнем. Включай двигатели. Есть, капитан! Давай! 2, 1, пуск! Поехали! Ну как? Нормально! Прибавить обороты! А теперь? Ну как?
Это что за народное гуляние? Соревнование на выносливость в честь приезда шефов! Ура! Ура! Прибавить обороты! Выключай двигатель. Между прочим, медицина считает, что нельзя злоупотреблять такой вещью, как карусель. Ну что, сдался? Никогда. Никогда. Молодец. Молодец. Из тебя выйдет толк. Ребята, нам только что позвонили из летного полка. Наши дорогие шефы приезжают в субботу. Мы с вами хорошо подготовились, и давайте с честью встретим наших летчиков. По секрету скажу, что они везут нам очень хороший подарок. Какой? Подождем до субботы, увидим. Гурий Петрович! Это ваше небо! Опоминание! Минутный перерыв! Ну, понимаешь, прихворнул. Вот такое дело, брат Гурий. Я должен отлучиться на пару дней. Останешься вместо меня. Хорошо. Гриша, подойди сюда. Будешь судить вместо меня. Хорошо. Кирилл, я прошу тебя поаккуратней, а то малыш расклеился совсем. Ну, что маме скажем? Я же ничего не знаю. Я скажу деду, только пусть ему ничего не будет. Кому ему? Сележонку. А что он еще натворил? Да я купался без спроса, деда, а он меня вытащил. Ты что, тонул? Можем? Внимание, начали. Ребята! Человек может все, только он об этом не знает. Например, жители Якутии могут безболезненно существовать и даже охотиться на морозе в 70 градусов, в то время как финны моются в бане при температуре в 140 градусов жары. Еще большие перегрузки приходится выдерживать летчикам-космонавтам при специальных тренировках на Луне. За ограду не заплывать, соблюдать правила поведения на воде. Пятый отряд, в воду марш! Поднимаются на самые высокие вершины безо всяких кислородных приборов. Ловцы жемчуга с Гавайских островов ныряют на глубину до 40 метров и находятся под водой до 5 минут без аквалангов. Все это возможно, конечно, только для закаленного, тренированного организма. И вы, ребята, не забывайте делать зарядку, тренируйте силу и выносливость. Только таким путем вы сможете познать богатые возможности своего растущего организма. Ну как? Блеск. Особенно это место. Человек может все, только он об этом не знает. А давайте и дудку возьмем. Дудка, Алинка, быстрее! Плывите ну, сюда! Быстрее, быстрее! Ну что? Внимание! Сейчас мы с вами проведем чемпионат по сидению под водой. В честь приезда шефов на чемпиона лагеря. Раз, два, оп! Европы!
А теперь на чемпиона мира! Гурий! Гурий, беда! В чем дело? Иллюжонка. Пятый отряд на берег! Где он? Молчи, мы же. Ты что, все назло, что ли, делаешь? Да? Ну, честное слово, ну так с ума сойти можно. То на сосне, то тонет, то дерется. И все селюжонок. Ты посмотри, что он из меня сделал. Все ясно. Что тебе ясно? Ты не видишь или не хочешь видеть, как он надо мной издевается? Ирина Ивановна, категорически прошу, прекратите. Прекратите истерику. Присутствие веренных вам детей. Я завтра же уезжаю в город первым автобусом, и все. И делай, что хочешь здесь. Ну, мы же в зоне купались. В общем так, Ирина Ивановна, вы педагог, а не барышня какая-нибудь кисейная. И я не дам вас в обиду этому акселерату. Значит так, Сереженок. На сосне сидел. В столовой затеял драку. Ирину Ивановну довел до истерики. А на пляже чуть не утонул. Одним словом, Сережонок, завтра первой машиной домой. Ну ведь завтра шефы приедут. Как же они будут без меня? Раньше надо было думать. Обойдемся как-нибудь без тебя. Знаешь, Светка, как договорились? Бодро, весело. А главное, в хорошем темпе. Хорошо. Ну. Привет, Сережонок! Чего такой грустный сидишь? Да долго рассказывать. А мы песни разучим. Хочешь послушать? Приготовились. Сережонок, мультики начинаются!
Итак, друзья, ваш отряд собирает цветы для шефов. Ваш помогает убирать территорию. Чародеев, проследите. Хорошо. Как с концертом? У нас все готово. А выставка? Готово, но, знаете, пропали два волка. Куда? Право, не знаю. А я знаю. Категорически уверен, дело рук Сережонка. Точно. Ну что вы, он у нас не бывает. У него нет тяги к искусству. Зато у него есть тяга к безобразиям. Это точно. Пришли ко мне. Попросили рукавицы. Я говорю, для чего? Для дела. Для хорошего дела, спрашиваю. Для хорошего. Я дал. А что вышло? А? В общем, так. Я отправляю его домой. Домой, домой. По крайней мере, хоть одно мероприятие пройдет у нас нормально. Точно. Коля, слышишь, как поет? Вставай, вставай, пойдем птицу послушаем. А может, увидим ее? Тебе не спит. Ну, ты же никогда не видела соловья. Ай. Дудка, Дудка, ну как же можно спать, когда он так поет? Эх, вы, Соня, про Соня.
Селюжонок, ты что здесь делаешь? Я птицу искал. Какую же птицу ты искал? Вот эту. Кто это? Это соловей. Ровно поющая птица. Это ты сделал сам? Сам. А что, не похоже? Да нет, похоже, похоже. А ты видел соловья? Нет. Но я слушал. Я всю ночь слушал. Значит, ты слепил его по слуху. Да. У нее такой голос, словно шарики переливаются. А что, обязательно надо видеть? Да нет, лепить можно по памяти. И по слуху? И по слуху. Знаешь что, приходи к нам в студию и будешь заниматься. А почему мальчишку отправляете? Больной, что ли? Больной. От него все больные. В общем так, его мать работает в инструментальном. Скажете Радееву, чтобы передал лично, из рук в руки, селюжонка. Угу. Категорически прошу. От мальчика все можно ожидать. Так что будьте внимательны. Вот. Сделаю. Мы его в салоне закроем. Как-то нехорошо получается. Мать у него ударник труда. Уважаемый человек. А мы сыну отдых не обеспечили. Да я бы его оставил. Ну, как бы хуже не было. Ну, Гурий Петрович, я пошел. Ну, давай. Ты же его знаешь. Он может такое натворить. И вообще, Ирина, достаточно дискуссий. Иди, собирай своего сележонка. Ничего не забыл? Не-а. Тогда пошли. Прощаешься с ребятами? Я уже простился. Со всеми? Ну да. А можно до приезда шефов остаться? Нет, сам виноват. Надо было раньше думать. Пошли. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, как у вас тут? Идет подготовка к встрече гостей полным ходом. Все в порядке? Да. Все как будто бы. Ну, пройдусь по лагерю. Хорошо. Значит так, далее. Здесь идет оркестр.
А это что такое? А это соловей, дробно поющая птица. Володя Солежонок, пятый отряд. Забавный парнишка этот Солежонок. Вот так. Свет, позови-ка сюда своего друга. Нету моего друга. Отправили. Куда отправили? В город. Как же это? Когда? После завтрака. А почему отправили-то в город? Так решил Гури, но я... Он что, действительно заболел? Да нет, но я не думала, что он отправит его сегодня. Угу. Идемте. Кирилл! Ну вот. Вот будто не лагерь. Ничего, попробуем догнать. Да я его только что видела. Надо напрямик, иначе не догоним. Держитесь. Сходи, только сними рюкзак. А куртка зачем? Я не убегу. Во, возьмите кепку в залог. Чародей, где мальчонка? Мальчонка? Здесь он. В кустике попросился. Да вы не волнуйтесь, не убежит. Вот и рюкзачок его тут. Извините, ушел в лагерь встречать шефов. Сели в жены. Здорово. Здрасте. Ты из пионерлагеря, Орел? Да, из Зубренка. Ну, так значит, ты, выходит, дорогу хорошо знаешь? Знаю. Ну, так выручай нас, а то мы, видишь, заплутали, хотели как короче. А это вы кому? А вот это пока секрет. Садись.
Ух ты! То-то. Поехали. Что же ты, брат, один в полис ходишь, а? Надолго рассказывать. А ты все-таки мне расскажи. Однажды я залез на сосну. Да, натворил ты дел, брат. Лягушкам, конечно, помогать надо. И закалка это неплохо. Но сила воли – это прежде всего дисциплина. Ну, а теперь мой тебе совет. Подружись с дисциплиной. И тогда у тебя все будет абсолютно нормально. Честное слово. Саша, построишь ребят, подойди ко мне на минуту. Хорошо. Ирина Петровна. Ирина Петровна. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Послушай, брат Гурий, все-таки ты еще очень молод. Я вынужден был его отправить. А ты знаешь, что мальчик сбежал?
все выше каждый год. Соловьи трезвонят, мы растем, и лес растет. Кто кого обгонит, да здравствуют каникулы и песня у костра. Каникулы, каникулы, веселая игра. Дневные приключения, лесные вечера. Каникулы, каникулы, веселая игра. Наш противник – ребята из лагеря «Строитель». Они синие пилотки, мы голубые. По условиям игры мы должны захватить секретный пакет у синих пилоток и доставить его в главный штаб. Где он находится? Местонахождение главного штаба мы сможем узнать, только захватив секретный пакет у синих пилоток. А в пакете указано, где находится главный штаб. Теперь ясно? Ясно. Значит, кто первый захватит секретный пакет, тот и выиграет. Внимание, внимание! Говорит главный штаб игры «Секретный пакет». Вызываем штаб голубых пилоток. Вызываем штаб голубых пилоток. Прием. Штаб голубых пилоток слушает. Прием. Добрый день, Владимир Викторович. Добрый день. Даем общий сигнал начала игры. Время 10:00. У вас все готово? Все готово. Прекрасно. Желаем удачи. Спасибо. Разведчики прибыли. Отлично. Ребята, идите сюда. Так, очень хорошо. Значит так, вот озеро. По эту сторону озера находимся мы, голубые пилотки. По другую сторону, где-то в этом районе, находятся синие пилотки. Ваша задача пройти в этот район, выяснить точное местонахождение синих, их штаба, постов охраны и пикетов. Так, сейчас 10:02. К 16:00 вы обязаны вернуться назад. Рождения, но только раз в году. Но! Так. Кухни синих пилоток. Значит, они где-то близко. Степа, ты следи за кухней. Шура, обследуй берег озера. Я пройду дальше в лес. Ориентир – старая башня. Сбор в башне через 30 минут. Но! Фу. Ну, я тебе сейчас дам.
коне? Я. Спасибо. А ты местный? Ну. Может, поможешь, а? Это мы в один момент. А каша есть? Есть. Врешь. Ха! Прошу. С чем? С мясом хочешь попробовать? Не отравлюсь. Да ты что, ну я сам варил. Я тоже буду рубать. Давай порубаем. Посуда есть? Есть. Тащи. Держи. Подвинься. Садись. Пошел. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Слушай, отдай пилотку, мне некогда. Я тороплюсь. А, тебе некогда. Фу-тю-тю. Я некогда. Раз ты торопишься, тогда на. Лови. А? А у тебя крепкие кости. Уходи отсюда. Катись в свой лагерь. Что тебе здесь надо? Что будем делать? За девчонкой не пойдем. Да ну ее, девчонку. Узнают наши, засмеют. Ну ты, рыба! Ты так сильно ударился. Это я утону. Ха-ха. Послушай, я устал. Не отплывай так далеко. У нас в колодищах нет такого большого озера. Отстаньте со своими колодищами. Я получил сведения. Пикеты сообщают, что в нашу сторону направляется разведгруппа голубых пилоток.
Их видели в районе озера. Где-то вот в этом квадрате. Они могут обнаружить наш штаб и захватить секретный пакет. Мы их перехватим вот здесь. Слушай, у тебя есть арника, а? Это что такое? Мать целебная. Ей Дон Кихот смазывал раны. Я читала про Дон Кихота, но арники у меня нет. Есть йод. Маш! Будет печь. Маш! Пошли возьмем пен. Тихо! Ты мне все дело испортишь. С двоими не справиться. Тут нужна хитрость. Давай хитри, только быстрее. Стой, тебе говорят. Сиди тихо. Понимаешь, у меня есть друг, летчик. Теперь он поступает в поля удобрений. Не имею. Раньше он был военным летчиком. Однажды у него произошла авария. Перебиты ноги, руки. Ему больно, а он тренируется, потому что хочет летать на быстрых машинах. Я тебе еще коленку помажу. Ты местный? Местный. Я в лагерь приехал, меня зовут Шура. А тебя? Микоша. Все смазала? Все. Ну, я пошла. Слушай, ты не знаешь, как ближе пройти к старой башне? А зачем? Там меня ждут ребята. Я разведчица, у нас игра, секретный пакет. Хе, детские игры. Ладно, покажу. Ну, пошли. Смотри, спустишься во враг, там есть тропинка, которая ведет прямо к старой башне. Поняла? Спасибо. Пока. Пока. Послушай, я каждый день здесь купаюсь, так что приходи, а? Приду. У него пилотки нет. Снял для маскировки. Где пилотка? А еще пилотка. У меня есть пилотка. Говорят, что нет. Должна же быть пилотка. Нет у меня никакой пилотки. Врешь, есть пилотка. Говорят, что нет. Ты наш пленный. Да не играю я вашу дурацкую игру. Глаз. Не по правилам. Врежу, вот тогда будет по правилам. Может, он не играет? Врет. Ты не из лагеря? Дай слово, что не играешь. Я сказал, что не играю. Этого достаточно. Ты нашей девчонки не видел? Пропала, не можем найти. Ей нагорит. А, Шура, что ли? Да, кажется, Шура. Так бы сразу сказали. Она ждет около старой башни. Я ей дорогу показал. А, ну спасибо. Ну, мы пошли. Катитесь.
Купалась? Ой. Оказывала первую помощь. Кому? Раненому, он сорвался с обрыва. А что, нельзя? Наш раненый. Местное население. А на берегу синих пилоток нет. Я знаю, где они. Они на Сосновой поляне. Вот здесь, в этом квадрате, находится штаб и главные силы синих пилоток. Запомни ты на всякий случай. Запомнила? Да. Теперь нам надо выяснить расположение всех пикетов и охранений. Степа не видела? Нет. Этот тюфяк может в плен угодить. Не надо было его брать. Почему это, интересно, не надо было его брать? Иди сюда. Сейчас. Какие у тебя данные о противнике? 183 порции каши. Тебя только еда интересует. Мальчишки, сколько порций, столько синих пилоток. И обедать они будут на Сосновой поляне. Смотри ты! Синие пилотки! Где? Ребята, и с этой стороны тоже. Со мной в колодец! Быстрее! Да никакого тут подземного хода нету! Спускайся ниже! Быстрее! Летучая мышь. Степа, ты как? Ничего. Ой. Ребята, есть подземный ход. Отойди от машины. Я больше не буду. Полетим бомбить колорадского жука, а? Кто полетит? А кто и не полетит? Зашприцевать смесь. Включить магнито. Во-первых, сперва зашприцевать смесь. Потом уже вентиль. Во-вторых, если я тебя еще раз увижу без меня в кабине, я тебе уши оторву, понял? Нашел забаву. Учусь. Сам же говорил. Подрался? Сорвался с обрыва. Бывает. Если вы ушибете коленку или разобьете локоть, помните, что на свете есть замечательное средство от ушибов и ран арника. Ну да, падая с мельничного колеса, приходя в себя после стычки с трактирщиками, Дон Кихот доставал темную склянку
и сетуя на людскую несправедливость, густо смазывал арникой синяки, ссадины и царапины. Держи, а мне пора. Может, возьмешь, а? Зачем? Прошу тебя! Давай быстрее на посадку! Что произошло? Давай! Сядем, расскажу! Подвел девчонку. Я думал, что они действительно ее ищут. Потому и сказал про старую башню. Хранить тайны тоже уметь надо, тем более военные. Некрасивая, брат, ситуация. А вдруг попались ребята, а? Я бы уже давно был здесь, с точными сведениями. Начальник штаба, решение такое. Готовьте новую группу разведчиков. На поиск. Есть. Разумно. Надо выяснить, что могло случиться. Если бы подземный ход не был завален, мы бы уже давно выполнили задание. Конечно, мы бы уже давно были в столовой. В столовой? Это ты навел синих на след? Неправда! Я шел незаметно. А кто же, по-твоему, я? Я. Я рассказала Микоше про старую башню. Какому еще Микоше? Ну, тот, который раненый. А зачем? Он мне показал короткую дорогу к башне. Болтун — находка для шпиона. Он не шпион. Когда он упал с обрыва, я подумала, что он сорвался и разбился насмерть. Когда я его мазала йодом, он не плакал, не стонал, терпел. Он надежный. Он надежный. Только из-за него мы сидим в башне. А нас там ждут. И вот как ждут. Thank you.
Убирайтесь отсюда со своей кашей. Группа объявляет голодовку. Еду мы оставляем. Хотите ешьте, хотите нет. Наше дело маленькое. Труха. Ребята, по-моему, отсюда можно уйти. Ну-ка. Надо попробовать. Только после отбоя у синих. Шура! Шура! Шур! Погоди. Кто это? Это Микоша. Погоди. Ты зачем пришел? Слушай, позови Шуру, а? Ну, позови. Зачем? Я пришел помочь вам. Спасибо. Ты уже раз помог. Из-за тебя здесь и сидим. Я не хотел, ну. Подойди, Шура. Уходи. Справимся без тебя. Подойди, Шура. Подойдешь? Нет. Ха, она не хочет с тобой разговаривать. Уходи. Что? Пришел проведать старую знакомую. Почему драка? Кто такой? Местный, из поселка. Местный? Уходи отсюда, здесь объект под охраной. Где часовой? Я здесь. Башню близко никого не пускай. Слышал? Еще раз подаешь в глаз, получишь. Не прячься, не прячься. Я тебя все равно вижу. Батюшки, что это с тобой, а? Где бабушка? Ну как это где? Вот, вот, вот и вот. А, это бабушка? Да, это. Так это бабушка, я упал. Упал? Да так можно голову сломать. Ну что вот я твоим родителям напишу, что? Бабушка, ну бабушка, ну напиши, пожалуйста, что болезнь роста, а бабушка? Болезнь роста, да. Болезнь роста. Иди вот умойся, дед давно уже за столом сидит. Иди. Болезнь роста у него. Возьмешь меня на озеро? Мало еще. А когда подрасту? Тогда возьму. Ну иди быстрее, болезнь роста. Кто у нас царь, бог и воинский начальник? Микошка. Тогда слушай, иди принеси мне куртку и свитер. Только чтоб бабушка не видела. Давай беги.
Алекс, скорее. Спасибо. Теперь передай бабушке, что я срочно побежал к Павлу. Понятно? Замок этот принадлежал князю Рудимию. И было у него тогда очень много врагов. Чтобы от них спастись, Радзивилл сделал для себя потайную комнату, куда приглашал своих врагов. Когда человек заходил в эту комнату, пол мгновенно раскрывался, человек падал в колодец, а в нем были голодные волки. Шура, а Болтун чего пришел? Это кто Болтун? Ты. Эх ты! На, держи! Позови Шуру, а? Слушай, ты уходи отсюда, понял? Шура спит, и будить я ее не буду. Совой, проверь, что за шум. Я сейчас упаду. Не смотри вниз. Иди первой. Встретимся на поляне. Не боишься? Нет. Где-то лоси, наверное. Часовой, проверить, может, это пленные? Эй, кто кричит? Это я. Чего шумишь? Это я во сне. Во сне? Во сне не считается. Чего кричала? Я не кричала, испугалась. Там сова. А где же твой товарищ? Вы же вместе бежали. Мы потерялись.
Ты зачем опять пришел? Уходи. Я веревку принес. Она осталась там, в башне. Мы провалили задание. И все из-за тебя. А я знаю место, откуда видно все вокруг. Расскажи, как туда пройти. Нет, одна ты туда не пройдешь. Заблудишься. Пройду. Ты только расскажи подробно. Пошли. Нет. Я должна сама. Пошли. Помнишь, я тебе рассказывал про своего друга, Павла? Помню. Так вот, у него машина загорелась в воздухе, а он держался сколько мог, потом катапультировался и сам потерпел аварию. Его на деревья понесло. Опа, пошли. Пошли, давай руку. Девиз у него есть. Не сдаваться и не поддаваться авариям. Я не поддаюсь. Только надо успеть предупредить наших. Предупредим. Успеем. Никуда от нас эти синие не денутся. Значит, в вашем районе? Да, ушли из башни. Ведут наблюдение. Хорошие ребята. Да, боевые ребята. Спасибо за вести. А то уж я заволновался. Ну, до встречи. До встречи. Всего хорошего. Вторая группа, посланная на поиски разведчиков, вернулась, но их также не смогли найти. По лагерю отдан отбой ко сну. На войне разведчики тоже не всегда к сроку являлись. Будем ждать. Ну, иди отдыхай. Ну что, брат Гури? Все в порядке. Ребята живы и здоровы. Давай отдохнем. Ты же устала. Нет, я зацепилась за корягу. Идем, нам торопиться надо. Видишь, идут синие пилотки. Их же никто не ждет с этой стороны. Да, как же они туда попали? О, вон, видишь, кладки. Теперь все ясно. Там был старый разрушенный мост. Его они и использовали. Все пропало. Мы не успеем предупредить наших. Что делать? Есть! Бежим! Куда? Бежим, потом объясню. Как дела? Все хорошо, сидят тихо, как мыши. Открывай, смена пришла. Прошу. Где пленные? Как где? В башне? Нет их. Ха! Наверное, спрятались.
Наверное, подкоп сделали. Я за подкоп не отвечаю. Спал? Не спал. Я вообще плохо сплю. Ворочаюсь? Да ворочался. Ты представляешь, что теперь может произойти? Сдай пилотку. Пошли. А ты куда? Ты останешься здесь. Поесть нечего, а то я с нашей встречи не кормленный. Еда внизу в котле. Послушай, а что ж ты тогда со всеми-то не удрал? Эх ты, а кто бы прикрывал их, когда в башне шум поднялся? О, смотри, герой. Герой-то герой. Герою не мешало бы и подкрепиться. А ты есть хочешь? Хочу. Да сам вот под охраной. Слушай, давай вот что сделаем. Я сейчас по этой веревке спущусь вниз и принесу поесть, а ты меня прикроешь. Идет? Идет. Послушай, а почему тебя конь слушается, а меня нет? Так он же хлеб любит. А ты откуда знаешь? Он в прошлом году в нашем лагере был. А-а-а! Ну, бывай. Спрячься за машину. Сторож идет. Дедунь, Павел не появлялся? Нет еще. О, погляди в домике. Мабуть спит. Рано еще. А ты что поднялся ни свет ни заря? Дела. Дела. А ты куда? А пойду схожу за молоком. А ты аккурат здесь и посторожи. Хорошо. До штаба голубых пилоток осталось 2 километра. Они находятся в этом квадрате. Начинаем марш-бросок. Стройте отряды. Ну, где твой друг? Нет его нигде. Все. Теперь все. Не вешай нос. Пошли. Куда? Пошли. Лезь.
Что ты хочешь делать? Лезь или боишься? Мы полетим? Мы сделаем бросок. Пристегнись. Что за черт? А ты откуда взялся? Из леса. А, из леса вестим. Ты прям как партизан. Слушай, как партизан. Вот этот случай, не твоя работа. Моя. Зачем же? А вы были когда-нибудь в военном? Ну, допустим, был. Вот если разведчик обнаружил противника. Так. А доложить своим не успевает. Ну, а как же так-то? Разведчика взяли в плен, перехитрили. Потом он бежал из плена. А среди этих разведчиков была девочка. Ха, была. А вы откуда знаете?
Ну, военный человек должен знать все. А кто же это вас так подвел? А, местное население. Ну да, про наше местное население. Ну так как, подвезете? Ну, раз местное население подвело, значит, местное население будет и выручать. Только ты расчисть дорогу-то и садись. Ребята, обед приехал. Кто охраняет пакет? Мы. Почему бросили пост? Быстрее, синие пилотки, быстрее. Второй отряд! Ко мне! Быстрее! На штурм синих, за мной! Вчера синие пилотки пошли на скрытый маневр. Они действовали умело и решительно. И они победили бы, если бы не смелость разведотряда голубых пилоток. Действия этих разведчиков дали голубым пилоткам возможность распознать замысел синих и доставить секретный пакет сюда, в главный штаб игры. Настоящий летчик. Никоша! Никоша!
Жив? Жив. Хорошо, что жив. Мог бы уж летать по Царству Небесному. Выйти можешь? Могу. Ругать будешь? Ну, чего ж тебя ругать? Поздно уже. Дело сделано. Меня вот от полетов отстраняют. Но мы еще посмотрим. На, держи арнику. Спасибо, но она мне больше не нужна. Что ж так? Я никогда не смогу летать. Ты послушай, что я тебе расскажу. Когда-то очень давно жил один парень, которого звали Икар. И как-то раз отец ему сделал крылья. Из перьев, из льняных ниток, из воска. Хорошие получились крылья. И Икар полетел. Но перед тем, как лететь, отец ему дал наставление. Не опускаться низко к морю, чтобы перья не намокли. И не подниматься высоко к солнцу, чтобы не растопить воск. Вот. Полетел Икар. И знаешь, доложу я тебе, здорово он летел. Над морями, над землей, но его постоянно тянуло в высоту. Потому что человек, если он настоящий, всегда тянет высоту. Я к чему тебе все это говорю-то? К чему? Мне вот шея тебе нужно намылить за то, что ты меня под монастырь подвел. А я тебе сказки рассказываю. Но я очень хочу, чтобы ты сам во всем разобрался. Чтобы сам понял, что к чему. А что же Икар? Икар? А Икар слишком близко приблизился к солнцу и погиб от смелости сердца. Вот так, брат. Так что все правильно. А летать ты будешь и должен, и ты запомни это. Только расшибаться в жизни тебе еще придется много раз. И весь фокус в том, чтобы не струсить и не потерять желание добиться цели. Понял? Понял. Так что держи. Спасибо. Ну все. Прощай, брат. Когда теперь встретимся? Как? Я уезжаю, Микош. Прошел комиссию, для этого и в город ездил. Ну что-то, что-то, ну. Мы с тобой еще полетаем. Микоша. Микоша.
Я пришла. Искупаемся. А поплывешь рядом? Поплыву. Свет? Поправьте грим. Лишний из кадра там. Машенька, давай хлопушку. Внимание. Мотор? Есть мотор. Кадр один, дубль один. Есть. Андрюша, пошел! Не спеши, Андрей, не спеши, не торопись. Спокойно. История, которую я вам расскажу, началась как обычно. А вот потом я одному рассказал. Он говорит, врешь, так не бывает. А я никогда не вру. Стоп, репетировали, репетировали. Ты же не так собирался рассказывать. Так я и вправду не вру. Я все это своими глазами видел. А что не видел, ребята рассказали. Ладно, давай сначала. Так я сначала собирался. Но сначала было все как обычно. Переживаем волнующие минуты. На мачте взовьется алый флаг, и третья смена в пионерлагере «Зубренок» будет открыта. Начнется веселая, увлекательная жизнь. Поют, что ли? Да нет, просто спят. На кроватях? В одежде? Да нет, в лесу, на нашем участке. Я им поверила, отпустила их туда, разучила второй голос. А они там улеглись и спят. Ну что, просто спят, что ли? Ну да. А ты их будила? Будила, они просыпаются. Пошли. Ну я не знаю, они спят, как убитые. И Рыжика будила, Гошку будила. Никто не просыпается. Успокойся.
Торжественная линейка. Костер. Гурий Петрович, они все спят, мои мальчики. Как так спят? А по расписанию? Должны петь. Должны петь и спят. А ну, пошли. Я ничего понять не могу. Они как-то странно спят в лесу, на участке, в повалку. Может, они отравились, в лесу? Мои мальчики. Да. А они дышат? Дышали. Кажется, дышат мои мальчики. Может, бегать за врачом? Да. Где? Там. Пошли. Да, действительно спят, а должны петь. Не похожи на отравленных. Вполне здоровый вид. Но почему же они спят? Да. Ирина Ивановна! Ирина Ивановна! Доктор! Доктор, что с ними? Не знаю, не знаю. Гошенька. Да. Похоже, что это сонус сонмус. Сонус, сомнус. Нормальный сон. Это явление – прерогатива педагогики. Интересно, чем занимаются ваши дети ночью? Странный вопрос. Спят. Не спят ваши дети ночью. Если бы они ночью спали, то днем бы их никакая сила не уложила бы в постель. Что? Я прав? Да. А что они делают? Вам лучше знать. Ирина Ивановна, а чем в настоящий момент должны заниматься девочки третьего отряда? Разучивать песню. Первым голосом. Ну-ка. Что же касается вторых голосов? Тише. Не будите. Не будите. Пусть поспят. Финемор. Что? Что он сказал? Финемор. Ерунда какая-то. Начитались, небось, Финемора Купера. Даже бредит. Надо просто проверить, чем они занимаются по ночам. Придется Ирине несколько ночей не поспать. Я готова, лишь бы дети мои были живы и здоровы. Они здоровы, потому и спят. Не будем ставить под сомнение вывод медицины. Благодарю. Пойдемте. Нет уж. Предлагаю третьему отряду за героический сон после завтрака присвоить звание непобедимый спящий. Садись, садись, Рыжов. Заседание совета отряда объявляю открытым. На повестке дня один вопрос. Почему наши мальчики не спят ночью? Да-да, Рыжов, ответь-ка совет отряда, почему мальчики не спят ночью. Да объяснял же я вам, спят мальчики ночью. Как же спят? Что-то они и ночью спят, и днем спят. Вы куда это ходите по ночам? Яблоки трясете. А ты, Рыжов, член совета отряда. Да никуда мы не ходим, и яблоки не трясем. Что ж-то вы уснули средь бела дня? Ночью комары не дают спать, а днем нет комариков. Неубедительно, Рыжов. Почему-то во всем лагере комары едят только вас. Очень плохо, что наши мальчики такие безвольные. Даже если их всю ночь грызли комары, они не должны были засыпать средь бела дня и срывать репетицию. Так, что ты предлагаешь? Ничего. Предлагаю осадить их и безоспользоваться жидкостью тайга от комаров. А ты, Иванова, не член совета отряда. Ну и что? Зато я придумала предложение. А вы тут сидите и молчите. Так, ну хорошо, другие предложения есть?
Нету. Кто за это предложение? А ты, Рыжок? Воздержался. Рыжов, а кто такой Фенимор? Не знаю. Писатель такой, Фенимор Купер. Странно. Сегодня во сне ты произнес это имя. Может быть, тебе приснился писатель Фенимор Купер? Может, и приснился. Какое это имеет значение? А этого писателя ты знаешь? Читал? Нет. Штабс-капитан Рыбников во сне заговорил на чисто японском языке. Это его выдало как японского шпиона. Во сне человек может выдать свою тайну. Нет у меня никаких тайн. А ну-ка, Рыжик, расскажи-ка нам про Фенимора. Ужасно интересно. Никакого Фенимора нет. Конечно. Имя есть, и Фенимора нет. Дела. Почему ты так долго не приходил, Фенимор? Бледнолицая женщина из племени вожатых стережет тропу к вашему вигваму. Ну да. А зачем? Как зачем? Жажда мести овладела ее сердцем. Она мечтает схватить того, кто сейчас стоит перед вами, отвезти в вигвам с надписью «Начальник лагеря» и сдать на суд грозного, но справедливого вождя бледнолицых ВВ. Только плен Фенимора смоет из ее отряда кличку «Непобедимый спящий», и боевой призыв «Смерть комарам и мухам» не прозвучит больше под окнами дачи ее любимых послушных мальчиков. А теперь я ухожу. Луна высоко. Подожди, Фенимор, не уходи, еще рано. Расскажи, кто убил оленя ворога. На стреле, которая торчала из груди убитого, была красная ленточка. А такие стрелы были лишь у одинокого гурона по кличке Озерный Глаз. Значит, Озерный Глаз убил оленя ворога. Замечу, что Озерный Глаз уже 3 года не появлялся в этих местах. И он скорее дал бы снять с себя скальп, чем одел бы сапоги белого человека. Думайте, братья, я ухожу. Мы еще спать не хотим. Расскажи еще. Нет уж, спите, друзья мои. А то опять уснете среди белого дня, а ваши вожатые решат, что вы отравились. Фенимор, подожди, не исчезай. Ты что, ногу чуть не отдавил? Фенимор, я должен тебе сказать? Говори. Говори, ну что же ты? Это я виноват, что взрослые узнали твое имя. Я сказал его во сне. Значит, ты видишь меня во сне? Не знаю. Они могут поймать тебя. Стой! Они не поймают меня. Ты не доверяешь мне. А ведь это я уговорил ребят не снимать с тебя маску. Я знаю. Мы будем друзьями. Тихо ты, весь лагерь разбудишь. Корей, я видела его. Белая маска, черные полосы, горящие глаза. Кого его? Не знаю. Он вышел в спальню мальчиков, а потом исчез. Подожди. Ладно. Пошли. Куда, к мальчикам? По расписанию мальчики в это время должны спать. К ВВ пошли. Mm.
Вожатый на то и вожатый, чтобы все уметь. Вот так. Владимир Викторович, вам можно? Давай, давай. Ну, я пошел. Хорошо. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуй. Вот, а вы говорили, призраки, померещилось. А между прочим, призраки не пишут записок и не оставляют их в спальне мальчиков. Значит, все-таки Фенимор в спальне. Лида Белова нашла. Что, и тебя Фенимор покоя лишил? Но она же председатель. А, ну раз председатель, тогда, конечно, должность обязывает. Ой, Владимир Викторович, вот вы все шутите, но я же его сама видела. Да нет, я серьезно. Но сегодня вы можете, наконец, поспать. Он так и пишет. Спите спокойно, приду завтра ночью. Фенимор. А может, это он вчера написал? Поспи, девушка. На тебе лица нет. Уморит тебя Фенимор. Гурию показывала? Ну, я сразу к вам, вы же не верили. Верю, верю. Поспи. А с Гурием я сам поговорю. А может, мне покараулить? Попасть в эту паршивую мишень. Племени вожатых напало на след Гурона. Вожатая идет. Что это? Что это такое? Что это значит? Что это значит, мальчики? А? Видно, лице женщины из племени вожатых стережет тропу к нашему вигваму. Жажда мести овладела ее сердцем. Мальчики, ну вы же попадете в глаз, побьете все стекла на дачах. Лук и стрелы — это не пионерское занятие. Гошенька, а почему ты ободрал хвост петуху? Он же пожалуется ВВ. Голову Гурона должны украшать перья. Ну а почему вы голые? Вы же простудитесь. Одежда пошла на постройку вигвама. Гошенька, а почему ты босиком? Индеец никогда не оденет обувь с ноги белого. Горе ты мое, а где же твоя обувь с ноги белого? В вигваме валяется. Нам нужны мокасы. Мокасины, что ли? Ну а где же я вам возьму мокасины? Не надо мокасин! Кожа на их ступнях огрубела и стала твердой, как шкура дьявола. Мы будем ходить босиком. Ура! Чего тебе? Они там все в перьях стреляют из луков и босиком. А по расписанию? Перетягивание каната. А где Ирина Ивановна? Блин, они там индейские танцы танцуют. А ну-ка бегом за ней. Это эпидемия. Завтра весь лагерь будет выделывать то же самое. Может, валерьяночки? Доктор, вы гений. Ваши зажигательные лекции пошли нам на пользу. Сформулируйте коротко. Как предотвратить эпидемию гриппа? Ну, предотвратить эпидемию можно прививками ослабленного вируса той же болезни. Упрощайте, коллега. Упрощаю. Но это же просто как все гениальное. Надо завтра же в лагере организовать секцию стрельбы из лука и включить лук в пионерское многоборье.
ослабленный вирус той же болезни. С Синемором надо бороться его же оружием. С этим вы опоздали, доктор Спок. Боюсь, что пора применять другие методы. Пойдемте. Посвистите, доктор. Доверяете? Ну, конечно. История с Финемором затянулась. Ага, и вы поверили в его существование? Еще бы. Слава Финемора уже вышла за пределы лагеря. Только что делегация дачников продемонстрировала мне ощипанного петуха в качестве вещественного доказательства. Я сейчас же соберу лагерь на линейку и предложу Финемору сдаться. Нет, я понимаю, что Финемор не сознается, но моя педагогическая совесть должна быть чиста. Я дам ему последний шанс. Я предлагаю тебе, брат Гурий, другой шанс. Здравствуйте. Поймать и поговорить. Спите спокойно. Ну да, поспишь тут. Я за, так сказать, индивидуальную беседу. Что ты на это скажешь, брат Гурий? Скажу, что ее в таком случае необходимо положить туда, откуда взяли. А линейку я все-таки соберу. По крайней мере, спасу курятники дачников. Петров! Внимание, внимание! Тревога! Всем отрядам немедленно собраться на линейку. Внимание, внимание! Тревога! Больше испугаю, дольше помнить будут. Лагерь, равняйсь! Смирно! Мальчики третьего отряда, выйти из строя! Не туда, не туда! Вот сюда выходите, чтоб всем видно было! Вольно! Вот, полюбуйтесь, в каком они виде! Можете посмеяться! Всю смену лихорадит. Вся смена идет не в ногу. Вы разработали план мероприятий не для того, чтобы его нарушать. Третий отряд спит, когда все поют, и поет, когда положено спать. Вместо тренировки по перетягиванию каната они устраивают стрельбу из лука. Спортивная стрельба из лука – полезное дело. Но всему есть место и время. И при чем здесь перья, краски, зубная паста? Третий отряд ощипал кур на соседних дачах. А это уже не шутки. До этого не могли додуматься даже малыши из седьмого отряда. Так это был нечаянный петух. Он по крошке гулял. Чего ты? А заводила во всем этом Финемор? Мы, вожатые педагоги, его не видим. Его не знаем. Как человек-невидимка стоит он в строю. Но ведь кто-то видит его. Знает, кто есть Финемор. А может быть, и вы не знаете, кто есть Финемор. В таком случае я обращаюсь к самому Финемору. Выйди вперед! Сделай всего один шаг, и покончим с этим. Торжественно обещаю, что тебя не ждет наказание. Может выйти? Все равно ничего не сделает. Сиди уж, тоже мне Финемор. Так тебе и поверят. Так если наказывать не будут, зачем же выходить? Будем дружно молчать. Хорошо. Считайте, что мирные переговоры окончены. Будем продолжать веселую игру Финемора. Разойдись! Труби отбой! Yeah!
Привет от Фенимора. Зачем он тебе? Племя Гуронов разбито. Храбрейший из воинов смывает боевую окраску. Отдай, говорю, все равно мы будем тренироваться. Что ж ты не сказал это Гурию на линейке, слабо? А ты приходи сегодня ночью служить Фенимора, слабо? Так он к вам и придет после того, что было на линейке. Не придет, значит, трус, он ведь обещал. Кому? Тебе, что ли? Не только мне. Всем ребятам обещал. Вот. Приду ночью, Фенимор. Рыжик, а как ты думаешь, почему Фенимор не приходит к девчонкам? Не знаю. А может, он их не любит за то, что девчонки не умеют хранить тайны? Так я ж только тебе. Только тебе. Игры играми, приключения приключениями. Ну и потакать им тоже нельзя. На голову сядут. Скучают, видите. Посмотрите план работы. Посмотрите план работы. Да им же вздохнуть некогда. А вы говорите, скучают. А это уже прямой вызов. Да завтра весь лагерь в кулак хихикать начнет. И на нас с вами, между прочим, пальцами показывать. Уже хихикают. Согласись, брат Гурий, мы с тобой до такого не додумались бы. Это тебе не солюжонка сосны снимать. Товарищи, ну мы же совсем не тем занимаемся. Давайте проанализируем причину появления Фенимора. Фенимор с его устными рассказами мог появиться только на почве нехватки книг. Допустим. Что вы предлагаете? Поехать в город, собрать где можно побольше хороших книг, привезти их сюда. Ударим книгой по Фенимору? Коллега считает, что перетягивание каната средство более действенное. Вы правы. Книги достану завтра же. Ну, так что ж предложит фельдмаршал? Членов военного совета прошу поближе. Вот дача третьего отряда. А кто помнит, как поступили белые с оленьим рогом, когда тот вышел за территорию резервации и убил лань неподалеку от форта Божий уголок? Кто помнит? Ты помнишь? Нет, не помню. А ты? И ты, Гоша, не помнишь? Я тоже не помню. А я помню! Джон по кличке Дилижан слепил у него заряд дроби. Так как же вы забыли об этом? Гоша снял скальп с петуха прямо в логове белых. Да за такую ошибку может поплатиться все племя. Белые такого не прощают. Вожатые, идут сюда, их много! И здесь! Фенимор, мы окружены, у веранды вожатые. Фенимор, мы знаем, что ты здесь! Тебе не выйти из кольца окружения. Предлагаем сдаться. На размышление дается 1,5 минуты. Фенимор, прячь шкаф. Да найдут там. Фенимор, под кровать ли? Фенимор, тихо! Всем лечь и
одеялом. А как же ты? За меня не волнуйтесь. Всем лень, делаем вид, что спим. Гурий, ты уверен, что мы их не очень испугаем? Ну что вы. Коллега абсолютно точно учел психологию данного возраста. Напрасно иронизируете, доктор. Сейчас вы увидите белый флаг над этой крепостью. Рыжик, Рыжик, Валя, ты меня звал слушать Фенемора, я и пришла. Но теперь придут вожатые, знаешь, как мне нагорит? Что делать? Выйди к ним, отвлеки. Ага, вот и он. Он здесь! Сдаешься? Скорее сюда! Быстрее, ребят, иди сюда! Машенька, подожди, что я сделаю? Рыжик. Рыжок, а почему закрывался? Вы же сами светите, глаза слепит. А где же Фенемор? Ой! Фенемор там. Пойдемте, а то без нас дойдут. Спокойно, мы здесь. Фенемора нашли? Исчез. Здесь тоже нет. Ну чего притворяетесь? Мы же знаем, что вы не спите. Так вы сами разбудили. Мальчики в это время по расписанию должны спать. Ишь ты. Коллега. Что ж ты, Рыжов, чего ты это? А может быть, он и есть Фенемор? А? Да какой он Фенемор, двух слов сказать не может. Ага. Ну что это за шуточки? Давно пустая. Я не сплю. Ходила подышать свежим воздухом. Над озером туман. Над озером туман. Часто же ты выходишь подышать свежим воздухом ночью. На свидание ходила, чтоб ты знала. Рассказывай сказки. Может, твоя любовь Фенемор? Может, и Фенемор. Познакомила бы, что ли? Спите вы, надоели со своим Фенемором. Фенемор, Фенемор. Рыжик, а Рыжик, а ты знаешь, что Фенемор? А я знаю. Знаешь, так прикуси язык. Кому-нибудь вякнешь, убью. Так я же только тебе. Наши и так все знают. А другим что, я предатель? То-то, Шерлок Холмс. Thank you.
же вы, скорее! Надевайте, быстрее! Дядя, дядя! Поскорее, что ракетку берите! Не копайте, Ирина Ивановна же ждет! Лида, мы же тебя ждем! Сейчас иду! Что ты там делаешь? Ничего. Кровать поправила твою. Отойди. Подумаешь. А я считала тебя честной. Шпионка. А от подруг скрывать честно? Валя, ты куда? Рыжик. Фенимор? Тише. Нас никто не должен слышать. Рыжик, Фенимор должен исчезнуть. Почему? Наша тайна попала в руки тех, кто не захочет ее сохранить. Кто? Кто-то из наших? Нет, Рыжик. Гуроны здесь ни при чем. Они настоящие друзья. А как же космодром? Ведь ты обещал. Мы тренировались на лодках, и ребята будут ждать. А ты скажи им, что Фенимор улетел на свою планету Гера, где светит два солнца. Ну и ты обещал. Ты хочешь, чтобы надо мной посмеялись? Нет. Жалко, что ты исчезнешь. И ребята. Но у тебя же есть друзья. Там. Есть. Гошка. Валя Зернова. Валя, расскажи мне про нее. Она... Я, если бы ее кто-то обидел, даже я бы его... А ей ты говорила об этом? Нет. Почему же ты говоришь мне то, что должен был сказать Вале? Я не могу сказать это Вале. Она всегда смеется и надо мной посмеется. Или решит, что я это все придумал. А я ничего не придумывал. Значит, она пустой человек. Нет, она лучше всех. На планете Гера люди говорят все, что думают, и никто не смеется. А на планете Земля все люди выполняют свои обещания. Хорошо, я приду ночью, и мы все вместе отправимся к поляне, куда приземлится корабль. Я улечу на нем. Понадобятся лодки. Сможешь достать ключ? Смогу. А теперь закрой глаза и открой их через минуту. Только честно. Открывается. Проверено. Ты что? Сказано след в след, а ты куда лезешь? Какая-то дура ведро оставила.
мерещится тебе все. Нет, ну давай все-таки зайдем. Вот чует мое сердце. Мои мальчики такие. Ну да спят твои мальчики. Спят. Вот. Какой-то растяпа ведро оставил. Что-то я совсем изнервничалась. В последнее время даже спать не могу. Ну и зря. Ну? Ненавижу, ненавижу Фенимора. Гури. Следы. Краску перевернули недавно. Еще не успела засохнуть. Да это я споткнулся. Твой след раздавил маленький след, значит... Значит, мальчик прошел здесь раньше, чем я. Во враг и в сторону озера. Ну вот, Фенимор. Ручка кашля большой медведицы стала клониться к горизонту. Значит, уже за полночь. А ты всегда можешь определять время по звездам? Когда нет тучи, небо чистое. Гоша, посмотри, никто не отстал. Идут. А сколько тебе лет? Может, год, а может и 1000. Ну да. Время одно, а измерений у него много. Можно измерять время кольцами на деревьях, а можно полетом мысли. Как это? А вот так это. О чем ты сейчас думаешь? Кто я? Зачем мы полотенце порезали на полоски? Да, Гош, твоими мыслями ничего не измеришь. Рыжик, греби к берегу. Следы ведут к озеру. Со мной Ирина. Гури. Доктор Саквояж с вами? Через минуту будет. Пойдете с нами. Встретимся на берегу. Угу. Остальным спать. Завтра работать. Пошли. Минуточку. Ишь ты! А ты откуда взялся? А ну-ка, марш спать! Пресса должна отражать жизнь во всех ее аспектах. Марш спать. Кому сказано? А вот этого история вам не простит. Возьмите и меня с собой. Может, возьмем? А то их правда не простит, а? Ну, давай. Ура! Держите. Рыжик, а я догадался. Чё? Фенимор из полотенца факела сделал. Ну и догадливый же ты. Правильно идем. Правильно.
это здесь. Вот, смотрите. Ну и что? Ямка. А если копнуть лопатой, можно обнаружить угольки костра. Так может быть туристы. Какие туристы? Если идти на восток, то через 20 шагов будет еще одна ямка. Дальше еще. Их много. Ямки глубокие, чтобы свет костра был виден с большой высоты. Это космический знак. Ну да. Весла взяли. Ой, что теперь будет? Они уплыли на лодках. Прекрасно. Чего ж прекрасного? Зато мы знаем, где их теперь искать. А не на том берегу. Ну да. А мы-то на этом. И лодка всего одна. Да и та без весел. Пойдем в обход. А то шуток знает, где они причалили. Ура! Если долго смотреть на звезды, кажется, что мы летим. Ну чего они там возятся? Готово! 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 Зажигай! Ух ты! Вот это да! Кажется, они и вправду могут прилететь. Если что-нибудь не помешает, они уже в полете. Летит! Ну что там? Мы их спугнули. Даже костры не успели погасить. Идите сюда. Они только что были здесь. Ну что же вы, надо торопиться. Они не могли далеко уйти. Торопиться не надо. Торопиться некуда. Пока мы пойдем в обход... А они на лодочках. Будут уже в постелях. Ну что он там ходит? Неужели не намаялся? Видно, не намаялся. Ну что, подвела техника. У вас ведь тоже не все гладко получается. Да уж. На этой поляне я никогда не был. Но такие костры мне хорошо знакомы. Thank you.
Подъем! Кому говорю? А кто опять уснет днем, тот больше не проснется, кто? Ясно? Ясно. Кто-то? Тебе картина вчерашняя понравилась? Дорогие ребята, сегодня мы продолжим цикл бесед «Занимательная медицина». Тема сегодняшней... Делать тебе что ли нечего? Ленка, подъем, вставай. Что, над озером туман? А у деточки в кроватке тепло и сухо? Девчонки, ленточку мою видели? Ой, девоньки, какой я сегодня сон видела! Ленка, Финемор! Красивый? Ничего! Такой таинственный, загадочный, сказочный! Завидую, очень содержательные сны видишь. Чего ты к ней привязалась? Пошли. Чего ты брызгаешь? Рыж, чего будет? А, рыж. Ну, рыж, чего будет? Как думаешь? Чего будет, чего будет? По головке тебя погладят, конфетку дадут. Выгонят, вот что будет. Всех же нельзя. Отстань, Гошка, без тебя тошно. Сейчас тебе Гури на линейке покажет, нельзя или нельзя. Слушай, Гошка, сбегай быстро за Валей Зерновой. Позови ее к ручью, она знает куда. Прямо сейчас? Да. Валю не видела? Нет, не видела. Ты меня звал? Да. Иди сюда. Я боюсь, что Финемор сделает глупость. Он выйдет на линейке и во всем признается. Чтоб нас выручить. Ну и что? Что? Им только этого и надо. Всех не выгонят, а его одного запросто. Ну что тебе, Финемор, рыжик? Жил же ты без Финемора. Ну, жил. С ним же интереснее. Это я во всем виноват. Лучше бы он вчера улетел на свою планету Гера. Рыжик, неужели ты действительно веришь в Финемора? Ладно. Я знаю, что надо делать. Дружина, равняйсь. Смирно. Отставить. Мальчики, что же, вы встаньте на... Третий отряд, кто дал команду выйти из строя? Им совесть командовала выйти из строя. Я объясню лагерю, почему мальчики третьего отряда вышли из строя. Сегодня ночью в лагере случилось ЧП. Мальчики третьего отряда самовольно ушли из лагеря и переплыли озеро на лодках. Мы искали их всю ночь, но так и не нашли. Они сами на рассвете вернулись. Они знают, что за такое по головке не погладят. И решили, как говорят, грудью броситься навстречу опасности. Я правильно понял? Ага, правильно. Ну что ж, это похвально. Но не снимает с них вины. Человек должен уметь отвечать за свои поступки. И серьезный разговор с ними еще впереди. Ну, теперь... ну деятели, в парадную форму оделись. Угу. Правда, есть смягчающие их вину обстоятельства. Они занимались хорошим делом.
Ну да. Мальчики третьего отряда нашли партизанский аэродром, где в годы войны тайно приземлялись самолеты. С такого аэродрома когда-то меня, раненого, отправили на Большую Землю. И мне бы хотелось знать, кто показал ребятам эту поляну, кто провел их ночью по тайным тропам, о существовании которых знали только немногие бойцы. Я знаю, я скажу! Это Фенимор! Белова, встань на выскочила. Место! Белова, встань на место! Владимир Викторович спрашивает тех, кто был на поляне. Ну что же это так? Пожалуйста, не больше всех. Владимир Викторович! А? Владимир Викторович, мы не знали, что это партизанский аэродром. Ага. Кажется, это ты потеряла, а? Минуточку. Исторический момент. И ничего страшного, что костры партизанского аэродрома ребята приняли за сигналы инопланетянам. Ведь и те, и другие огни зажигали люди мужественные и благородные. Конец фильма.